Всем привет! Я сегодня играю в автосервис. Сегодня со своей газелью. Еще с прошлого года что-то меня подколбашивало при торможении. Сейчас по весне стало совсем сильно балбесить, и в педаль отдает, и вообще. Ну и короче, вот доездил я вот до такого состояния. Раньше я такое только в интернетах видел. Ну, я так понимаю, что просто сгнили ребра, и эта часть отвалилась. Ну, износ, конечно, тоже уже конский. Как бы, то есть. Вот. Такая вот история. Немножко подофигел, когда снял. Колодки тут тоже уже, можно сказать, что закончились. На удивление, с этой стороны все в порядке с направляшками. Можно снять резину. Ой, посмотреть, что там. Даже интересно. Ух, там прямо, ну, как будто только собрали. Ну, со второй стороны почему-то совсем не так. Кстати, пришлось снять крышку шкворни. Что-то я такое раньше не припомню, чтобы открутить этот болт крепления суппорта. С той стороны причем открутил нормально. А сюда даже головку не вставить. Мешает болты и крышка. Но с этой стороны ситуация аналогичная. Кстати, офигенно подшипники крутятся. Это сразу на новой машине были заменены на кои и набитые мобил с маской синей. Вот они сколько тысяч уже, сотен тысяч. И вообще ни люфта, ничего, и крутятся вообще офигенно. Ну, короче, этот диск тоже под замену. Значит, здесь с направляшками. Ну, они тоже ходят, но тут все похуже, дела обстоят. Резинку я не снимал, она так и была. Вот это вот как подкнивший. Ну ничего, тоже ходит, это почистим. Здесь колодка одна вообще фрагментально высыпалась. Вторая тоже на подходе. Тоже такой интереснейший эффект. Металл заржавел под фрикционом и начал его просто отрывать. Поршни под замену однозначно. Кстати, кто не знал, в чем прикол этих суппортов, тут очень прикольно можно выбить поршень прямо выколоткой в его заднюю часть через вот это вот отверстие, в которое шланг прикручивается. Так что как бы оно не закисло, всегда поршень можно вынуть. Прикольная такая особенность. Мне вообще эти суппорта нравятся. Тут вот резинки целые все, что на одном, что на втором, такие они достаточно долгоиграющие. Понимаю, у заводов, которые на передний привод любят ставить эти суппорта, они реально прикольные. То есть, ну вот, я сюда лазил, чтобы вы понимали, где-то 12 лет назад. То есть, ну реально, я проехал немного, но вот я имею в виду, что глобально. То есть диски там вот все было по минимуму 12 лет назад. Значит, у себя я нашел два суппорта. Такие полувосстановленные, ну, как они почищенные, вот. Единственное, что я не понял юмора, видно, кому-то я поставил, короче, на два суппорта я нашел только один поршень. И тут есть еще беда, беда, беденька такая вот. Вот такая вот. Ну, это, видимо, будет меняться вместе с трубкой, потому что трубка это вот, она идет вот здесь вот. Где-то вот она. И вид у нее, я давно, каждый раз, когда подъемник поднимаю, смотрю на нее, что она такая не очень, чтобы очень. Но теперь, поскольку от нее шланг откручивать, то
придется ее и удалить отсюда. Вот она. Вот, короче, вот такой вот ремонтец. Ну и надо будет пошприцеваться сразу заодно, тоже давно не шприцевался. Потом подниму, когда буду трубку менять снизу, повыше ее и снизу подсниму промотор. Меня там просили про коробку, про кардан. Подсниму тоже, раз уж заодно. Вот. Сейчас поеду за поршнями, за шлангом. Затарился я, собирал тут по всей округе, по всем магазинам, по которым нельзя. Но ценники, конечно, 450 рублей, старый уже купил, 150 рублей в другом магазине. Денег вон целую кучу убил. Фильтры, блин, умудряются уже в некоторых магазинах по косарю продавать. Взял пока вот один 350 рублей, другой 450 рублей пока есть. От жадности купил даже суппорт за 2,5, увидел, чем рядом лежит уже за 6,5. Как бы на вторую сторону. Я говорю, а что такая разница-то в 4000? Они говорят, ну этот типа давно уже лежит, это старый завоз, а на вторую сторону купили, вот по новой цене привезли. Ну, посмотрел, что даже колодки в нем есть. Думаю, за 2,5, наверное, взять, пускай будет. Ну вот, купил один поршень, причем интересно, там девушка в магазине, он лежал вот так вот с направляющим, причем с тремя. Она сказала, это комплект, это все вместе. Что-то там 450 рублей, по-моему, взял. Вот, а потом в другом магазине, когда поехал за пыльником, попался мне вот такой ремкомплект. Вот такой. За 1100. Тоже забрал. Вот. Диски тормозные, блин, вот это вообще прикольно, написано без опознавательных знаков. Только нашел вот тут на маленькой этикетке написано, что заказчик какой-то ООО в Нижнем Новгороде, а вот это вот торнадо по заказу сделано в Китае. Второй-то вот такой вот. Короче, и в каждом магазине всего по одному, ценники вообще совершенно разные. Ну, короче, вот затарился. Тут еще это наладник я взял сразу у амортизатора. Тоже цена такая была, 100 рублей, блин, за комплект взял его. Масленочки на трактор. И лампочки в запасах, он, блядь, без цоколя заканчивается. Короче, буду приступать к снятию ступиц, замене дисков и пыльников дисков. У меня тут небольшая промежуточная победа. Хотел уже колесо поставить, но решил заснять. Короче, собрал я одну сторону. На второй стороне уже тоже диск все это поставил, скобу, подшипники отрегулировал, и колодочка выпала. Вот, надо собрать суппорт, значит, по поводу суппортов, что хотел сказать. Значит, по качеству резинок из всего, что я там притащил, выиграл вот этот ремкомплект. Реально, резинки здесь прикольные. То есть мне понравились больше всего. Ну вот. Ну, поршни тоже. Все, что мне не понравилось в этом ремкомплекте, это там направляшки есть, у них нет болтов. Но это ладно, это как бы это минус, но небольшой. Там нету прокачных штуцеров и самое главное вот таких вот чудо-резинок, которые не улетают, вот таких вот. Это заводские у меня еще, заводские суппортов заводских. Вот. И вот если бы они лежали бы в том ремкомплекте, это был бы вообще бы топчик. Он был бы просто бы прекрасен. Вот. И, значит, первый раз я собираю вот на такую вот смазочку. Не знаю, настоящая табра или нет. Ну посмотрим. Раньше я вот на такое вот собирал. Ну и продолжаю собирать.
Но тут, когда все начало дорожать, я в попыхах прихватил вот такую вот баночку, ну и думаю, что бы начну пробовать себя любимого тренироваться. Посмотрим, что это такое. Написано, что можно мазать все, включая, значит, направляющие, резинки и даже типа места посадок колодок. Написано, что предохраняет от попадания влаги там, ну и так далее, и так далее. Короче, посмотрим, насколько это правда. Ну что, я закончил вторую сторону и даже вот поставил уже новый шланчик и даже вот отрезал новую медную трубочку. Кстати, стальная, я ее с дуру снял, скомкал, потом понял, что мне нужна длина, нафиг мерить, взял ее, распрямил. То есть, короче, я несколько раз уже согнул, я, честно говоря, думал, что она в руках у меня рассыпется, а она вот еще живая. Но я где-то здесь нашел место. Не знаю, будет видно или нет. Так глазами видно. Она, короче, с каким-то омеднением. Я даже в какой-то момент подумал, что, может быть, это я дурканул, что она уже медная, но у меня медная, но какая-то она ржавая. Ну, я пильнул конец болгарка, нет, она стальная. Вот, так что вот, трубку, кстати, я эту бухту покупал на БЛВ. Я от нее медленно-медленно отрезаю, не знаю, когда дело до БЛВ дойдет, по-моему, уже нечего будет делать тормоза на БЛВ. Короче, сейчас завальцую я концы, мне останется прокачать тормоза. Время 22:53. Короче, нормально, до 12 закончу. 11:30, и я закончил. Осталось тут поднести, прибраться. Вот. Следовательно, вот трубочка у нас новая. Положил, проложил, согнул, все сделал. Вот тут вот тройник, вот. Откуда она идет. Не знаю, что будет видно, что не будет видно. Значит, ну это мотор 2LT. Кто знает, кто видел, знает, что у него нету таких шкивов. Значит, передний шкив — это коленвала ЗМЗ 405 406 409. Здесь стоит датчик. Значит, для чего это сделано? Для того, чтобы ничего не менять в приборке. То есть, соответственно, работает тахометр стандартный ЗМЗ-шный. От этого дела мозги оставлены. Вот. Значит, там над генератором — это вакуумный насос, генератор а-ля ТАСС, ролики обводные — это ролики ремня ГРМ 16-клапанные, их тут 3 штуки. Ну, это, соответственно, насос гидроусилителя, тоже стандартный ЗМЗ. Значит, цилиндр сцепления ЗМЗ. Почему ЗМЗ? Потому что не хотел ничего переделывать. Вот и здесь вот кронштейн должен был под стандартный цилиндр продолжаться. Здесь второе крепление, оно отломано. Поэтому я... Ну и цилиндр там каких-то денег стоил, этот тойотовский. Поэтому я сделал здесь свое крепление, такое импровизированное, на нескольких болтах. И присрал сюда ЗМЗ-шный цилиндр. Вот. Что еще вам показать? Ну, стартер. Соответственно, здесь масляный фильтр. Очень мне нравится, как он расположен. Там вот рядом с масляным фильтром стоит опять же ЗМЗ-шный тройник, в который вкручены ЗМЗ-шные датчики. То есть вся торпеда, она работает штатно. Значит, это глушитель. Тут, ну, это тойотовская ржавая часть. Дальше там идет нержавейка, поэтому она вот уже столько лет в хорошем состоянии. Значит, вот эта вот поперечина здесь — это самодельная. Готовил я ее на двигателе, когда он у меня еще не был в машине.
Когда, соответственно, он поместился в машину, мне осталось приварить только вот эти места по месту, по раме. Вот, и поставить ее сюда. Значит, здесь стоят 4 нивовских подушки. Вот это вот немножко пухнет, потому что на нее с ТНВД, с механизма холодного пуска подкапывает солярка. Вот, вот их видно. Подвес каждой стороны подушки. Все это было сделано до того, как, ну, как заготовка. Когда мотор уже вкатился, здесь просто по месту это все обрезалось и сделаны кронштейны были краями. Задняя поперечина, соответственно, это тоже самодельная. Таким же образом была сделана, тоже приготовлена. Там тоже стоят две подушки. Сейчас попробую показать. Вот их видно будет. Это моторные подушки. Классика. Спереди тоже сначала стояли классика, но потом я понял, что их жесткости не хватает. Пришлось поставить нивовские. Они, в принципе, такие же. Немножко повыше только. Значит, здесь сделан переходник. Вот там его видно. Сейчас пальчиком потыкаю. Вот он. Точно так же здесь стоит датчик спидометра. Прикручен тоже за МЗ-шный стандартный. Вот. Соответственно, ну это выход под передний кардан. То есть, в принципе, если поставить мост. Единственное, что у моста, у Газелевского, кто знает, редуктор находится слева, а выход под кардан здесь находится справа. То есть, чтобы поставить сюда Газелевский мост, его нужно перечулковать. То есть, правый чулок поменять с левым местами для того, чтобы перенести редуктор направо. Ну, вот, в принципе, это можно, я это хотел сделать, но потом все как-то, короче, было не до этого. Значит, соответственно, дальше кардан. Кардан у нас вот до этого места, до подвесного, это идет тойотовская ЦВМ. И дальше вот в этом месте, значит, сделан переход под вилку крестовины уже газелевскую. Вот. И с этого места, что-то там, кстати, он не очень хорошо как-то себя чувствует подвесной. Сейчас заметил, вам показываю, надо сейчас будет проверить. Короче, вилка вот эта вот, повесить так, чтобы было видать. Сейчас, секунду. Вот. Короче, вилка вот эта вот газелевская, там к тойотовскому кардану приделана часть газелевского, на которой одевается подвесной, и ставится вот эта вилка. Ну, соответственно, дальше вот эта вот часть кардана газелевская просто. Сейчас отойду, чтобы повиднее было. Вот. Вот так вот. То есть до подвесного это Toyota, подвесной и это крестовина. И этот конец, соответственно, это газель. Вот. Выхлоп нержавейка. Ему уже порядка, наверное, 12 лет. Банки вот эти вот это фордовские. Они полностью прямоточные, что одна, что вторая, но турбина достаточно сильно гасит энергию, поэтому выхлоп, в принципе, достаточно тихий. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, и все. Дальше, что тут показывать? Больше особо показывать нечего. Могу еще сверху под капотом показать, как тойотовский мотор выглядит. Вот. Ну, здесь вроде все показал. Вон трубочку новую немножко видно. А вон подушки с этой стороны видны. Вот они. Вот там сверху механизм холодного пуска ТНВД, и с него почему-то иногда течет солярка. Не сильно, но бывает. И прямо на подушку. Вот тоже видно две подушки. Вот, собственно говоря, радиатор это Каменс. Интеркулер я так до сих пор и не пристроил. Вот тут патрубок видно заткнутый. Там на самом деле в нем внутри пробка стоит, чтобы грязь не попадала. Вот. И электровентилятор, который тоже работает стандартно, поскольку датчики все температурные тоже за МЗ-шные, и на приборку, и на мозги, он включается штатно от мозгов, от Микоса, как это, в общем-то, и происходит на Газели.
в общем-то, наверное, и все. Это фильтр воздушный газелевский. Он просто тут немножко сделан кронштейн, по-другому, он по-другому поставлен. Ну, сейчас опущу сверху, покажу. Я, кстати, заодно зашприцевался, пока тут суть до дела. Кстати, по поводу подъемника. Не знаю, как насчет 4 тонн. Я, конечно, на нем ни разу не пробовал 4 тонны поднимать. Но сейчас газель груженная. Ну, там, конечно, не дофига. Ну, где-то в районе, наверное, килограмм 500-600 там шкафчиков есть. Поднимает, в общем-то, нормально абсолютно. Сейчас опущу, покажу еще под капотом немножко. Так, ну обещал я под капотом показывать. Показываю, значит, фильтр воздушный. ЗМЗ-шный стандартный, вот так вот он здесь поставлен. Значит, вот труба впуска от турбины и на впускной коллектор. По идее, ее надо как-то разрезать и, ну, не разрезать, переделать и запустить вот сюда вот на интеркулер. И отсюда вот с интеркулера, вот отсюда вот сюда на впуск. Ну, придет лето, может быть, я этим займусь, потому что радиатор этот я вкорячил где-то в середине зимы с вентилятором. Значит, вот они датчики. ЗМЗ-шный компрессор включился не вовремя. Температура, соответственно, на мозги. Это аварийный, там же на прибор. То есть вентилятор штатно включается. Вот заводской, ну, от Микаса. Вот. Проводку я свою косу сделал, купил вот эти вот разъемы, то есть ЗМЗ я снял прямо с подкапотной коробки. Вот, под ним генератор тазовский, шкив на помпу самодельный. Здесь должно быть два клиновидных ремня. Сделал шкив из шкива гидроусилителя. Сварен. Серединка от помпы приварена от тойотовской, а сама часть под ручейки взята от гидроусилителя, от насоса. Ну, вот там внизу насос гидроусилителя видно. Ну, ролики обводные, соответственно, я говорил, это ролики ремня ГРМ от 16-клапанной тазика. Ну, вот, собственно говоря, и все. Вот так оно тут живет. Вот. Так что вот кто спрашивал, отвечаем. Все, всем пока, спасибо за...